нашу взор неспешный, и разлилась в глазницах мгла кипящим морем безутешным. Мой обновленный путь молчит, лишь дышит времени борозды. Я потеряла след ночи, и курс мой изменили звезды. А то когда-то потом. Слушай, ты сегодня какая-то странная была в институте. У тебя все в порядке? Да. Давай выпьем за нас. Давай. А тебе можно? Я не кормлю Верочку, если ты об этом. А у тебя кто? Мальчик, девочка? Никого. Как? Ну ты же... Ну да. Ну, ребенка нет. Прости. Ничего, все в порядке. Просто мы с Димкой так решили. Но врачи сказали, что все нормально. Что у меня еще будут дети обязательно. Просто не сейчас. Димка пока не хочет. Ты про кого это? Кому везет? Да про тебя, например. Ну, родители у тебя были золотые. В институте любимица преподов. Мужик у тебя умный, красивый, еще хозяйственный. Это же он сейчас с ребенком сидит, да? Он. Вот я и говорю, Татка, прух тебе вселенская. А какой такой Прухевич? Димка. Привет. Ну, привет. Ты откуда здесь? В новостях сообщили, что самая красивая девушка медицинского института будут сегодня здесь отдыхать. Ой. Да не верьте этому болтуну, это я сообщила, что мы здесь встречаемся. Ну, спасибо. Да. 150 темного рома. Дим, я вижу, это не первый 150. Молчи, женщина. И дам вам повторить. Ой, нет, нет, я не буду. Ну, тогда пока это все. Ну? Рассказывай, что в твоей жизни? В моей дочка Верочка. А в твоей? В моей? В моей все отлично. Нашел хорошую работу в одной иностранной фармакомпании. В деньгах не нуждаюсь. Зарплата зависит от продаж. Медикаменты супер, расходятся быстро. После института, думаю, получу должность зама. Могу я пригласить прекрасную девушку на танец? О, конечно. Соболев, ты на ней дырку своим взглядом не протрешь? Отстань. Слушай, я могу отстать, но с кем ты тогда останешься? Там тебе ничего не светит. У нее муж любимый и дочка ненаглядная.
Да, открываю. Верочка спит? Ты знаешь, который час? Примерно. Где ты была так долго? Я должна отчитываться. Да нет, не в этом дело. Просто поздно уже, и ребенок. Значит, тебе развлекаться можно, а мне нельзя. Дим, а что, твоя мама приехала? А ты не знаешь, она надолго приехала? Дим, ну что опять не так? Мне все не так. Надолго? Нет, у меня завтра самолет в 3 часа дня. Когда опять приедешь? Месяца через 2 командировка в Архангельск. Надеюсь, опять полечу через тебя. Димка, прекращай эти фокусы. Ты знаешь, я не в восторге от твоей Печенкиной. Но? Что но? Но означает, что в доме порядок, а ты накормлен. Ну, о чем ты говоришь? О жизни, Дима. О жизни. Если бы ты знала, как мне хреново от этой жизни. Тебе нормально. Даже хорошо. Может, лучше, чем другим. Работа есть, крыша над головой есть, даже автомобиль есть. Женись, и пусть тебе твоя Лиля родит ребенка. Ма, о чем ты говоришь? Жениться на ком? На Печенкиной? А судя по тому, как ты наяриваешь смс-ки, есть другие варианты? Варианты. Я сегодня Татку увидел. Крышу снесло. Какую Татку? Курсанову, что ли? Ты же говорил, что она ребенка родила. Родила. И замужем. Мам, что мне делать? Прости, я вел вчера себя глупо. Я действительно не имею никакого мне права. Мне все равно. Да, но мы живем в одном доме. У нас есть Верочка. И нам надо как-то
Да, Дим, привет. Ну, не нужно было столько пить. Нет, у меня все отлично. Конечно. Я тоже рада тебя слышать. Угу. Нет, Дим, извини, я не смогу, мне нужно кормить дочку. Потом тоже не смогу. Все, пока. Мне многие друзья говорили, что самое интересное начнется, когда ей полгода исполнится. А у меня каждый день как открытие. То она улыбнулась, то вдруг моей шутке засмеялась. Знаешь, как она любит у меня на руках танцевать? Да ладно. Или вот, например, у Верочки есть зеленый слоненок. Еще позавчера не обращала на него никакого внимания. Какая глупость. Что глупость? Морочить детям голову с такого юного возраста. Но разве где-то водятся зеленые слоны? Нет, ну очень симпатичная игрушка, правда. Александр Иванович, поехали ко мне. Есть вкусное мясо. Друзья вино хорошее из Франции привезли. Танюш, ты прости, мне Верочку купать надо. Как-нибудь в следующий раз обещаю. Хорошо, договорились. Спасибо за кофе. Баб мужики бросают. А что вы мне предлагаете, в цирк сходить, чтобы развеселиться? В цирк не думаю. Насколько я помню, в нашем цирке очень слабая труппа. Тогда что же мне делать? Ну, я не знаю. Посмотри какую-нибудь хорошую комедию. Прическу поменяй. В конце концов, в спортзал сходи. Если ты сейчас же не успокоишься, я рискую опоздать на самолет. Я знаю, что я вам не нравлюсь. Я знаю, что вашему сыну на меня наплевать, но я люблю его. Я жить не могу без него. Ладно, давай поговорим. Мое отношение к тебе не имеет никакого значения. Более того, оно достаточно ровное. Главное – это то, что происходит между тобой и моим сыном. А тут ты ведешь себя, прямо скажем, глупо. А как тогда, чтобы не глупо? Что я еще не делаю для Димы? Ну, чего ему не хватает? Ну, значит, чего-то не хватает, а ты еще усугубляешь. Я вас не понимаю. Зачем ты позволила, чтобы эта Корсунова появилась в вашей жизни? Ну, она была моей подругой. Теперь придется выбирать. Или бывшая подруга, или любимый мужчина. Ты не должна подпускать ее к Диме. Да я уже год назад избавлялась от нее. Но я думала, что все в прошлом. А теперь вот опять. Но я даже не думала, что... А надо было думать. Мужчины не любят, когда их бросают. А ущемленное самолюбие заставляет их делать глупости.
А что мне делать? Мне что, убить ее, что ли? Ну зачем же так радикально? Голову нужно включить. Наверное, вы правы. Надеюсь, что когда я приеду в следующий раз, в доме будет мир и покой. Будь здорова. Спасибо. Что случилось? С Димкой поссорились. А для тебя это так важно? Ты о чем? Не понимаешь, да? Зачем тебе Дима? Лиль, не кричи, ты Верочку напугаешь. Ну вот и отлично. Пускай она знает, что ее мать хочет украсть у лучшей подруги любимого человека. Лиль, не неси чушь. Тихо, тихо, моя девочка, сейчас мы пойдем домой. Ну, конечно, проще всего сбежать, когда сказать нечего. Лиль, мне твой Дима совершенно не нужен, и к тому же мы были подругами. Да какой ты мне была подругой? Ты все время демонстрировала мне свое превосходство. Ты все время считала меня серой мышкой вторым сортом. Это не так. Именно так. Ты снисходительно давала мне поносить свои украшения. Ты одалживала мне деньги, благородно забывая об этом. Слушай, как же тебе тяжело было, подруга, а? Короче, ты на Димку опять глаз положила? Я тебе в сотый раз говорю, он мне даром не нужен. Не нужен, да? А смс-ки его нужны. Какие смс-ки? Да не придуривайся. Он тебе всю ночь писал. Про то, что жить без тебя не может, что нужно начать ее сначала, что простить себе не может. Да я даже не читала их. Какая ты бессовестная. Ты все время искала выгоду, поэтому и Димку бросила ради своей Сашечки. Ах, неземная любовь. Да какая любовь? Обычный расчет. А теперь ты увидела, что Димка хорошо зарабатывает, что у Димки есть перспективы. Что бред какой-то. Учти, что я тебе его не отдам. Я зубами, ногтями буду впиваться, но тебе не отдам. Еще знай, что я умею мстить. Все, меня эта мыльная опера достала. Будь счастлива, бывшая подруга. А ты знаешь, почему ты вылетела из института? Знаю. Нет, не знаешь. Это потому, что я так захотела. Это я не передала тебе предупреждение декана. Я специально не сказала тебе о сроках отработки. Какая же ты дура. Зачем звонить, а? Ну, вдруг Верочка спит. Ключи же есть. Чем обязана? Я могу войти? Зачем? Я хочу поговорить. Есть о чем? О твоем отце. Не слишком ли поздно? Мы, по-моему, даже на похороны не пришли. Я была с дочкой в санатории. Я не могла приехать. И потом... Я потеряла ребенка. Нашего с Пашей. Прости, зря я пришла. Нет, постойте. У меня дочка Верочка. Хотите посмотреть? Конечно. На Пашу в детстве похоже. Откуда вы знаете? А мне Паша показывал свои фотографии детские. Он такой смешнющий был в детстве. Таточка. А? Что ты?
Что ты, успокойся. Успокойся, а то малышка расстроится, а не знаешь, как нас чувствует. Ира, вы простите меня, пожалуйста. Я вела себя как идиотка. Все нормально. Ир, скажите, это я виновата в смерти папы, да? Нет. Да? Нет, что ты, Таточка? Инфаркт, он непредсказуем. А Паша, он жил без оглядки. Ты знаешь, мне его так не хватает. Спасибо вам. Как там в центре? Нормально. Твоего отца часто вспоминают. Особенно в связи с новым оборудованием. Да уж. Я знаю про квартиру. Мне очень жаль. Но Паша, он такой. Его нельзя осуждать. Это что вы, у меня и в мыслях не было. У меня самый лучший папа на свете. Я пойду. Ты знаешь, если тебе нужна будет помощь или совет, ну или просто поговорить, знай, что я есть. Давай я тебе оставлю свой номер. А как вы меня нашли? В твоем деканате помогли. Пока. Звони. Когда ты был обычным студентом, она легко тебя променяла на обеспеченного доцента. А теперь как же? Димка при должности, при машине, при деньгах. Можно снова им поиграть, да? Тихо, тихо, тихо. Да я просто... Необходимо, чтобы все вращалось вокруг ее величества. Но учти, что тебя там не будет. Пускай она себе других дураков ищет. Ты меня слышишь? Да прешь. Еще раз закатишь истерику, пойдешь к чертовой матери. Поняла? Кивни, если поняла. Я же люблю тебя, Димка. Но я не смогу. Я же умру без тебя. А я с тобой сдохну. С голоду. Так я ужин сейчас разогрею. Лапша твоя домашняя, любимая. Отбивные. Привет, как Верочка? Нормально. Еще не купались? Нет. Успел. Привет. Привет, моя принцесса. Как же я по тебе соскучился. Что за мода хватать ребенка, не помыв руки? Неизвестно, где и с кем ты был. Я был на работе, если это тебе интересно. Это тебя на лекции парфюмом облили, а на проходную печать на щеку поставили? Сейчас переоденусь, будем купаться.
Доброе утро. Доброе утро. Да, Танюш, привет. Нет, мне это не совсем удобно. Давай с тобой подумаем, как это лучше сделать. Будем мы самыми модными, самыми красивыми. Вот, что-то к нам гости зачастили. Да, моя красавица, да? Ну, все, не надо. Ты моя девочка. Моя ты красавица. Ну, тихо. Доброе утро. Здравствуйте. Александра Ивановича нет. Знаю. Я к вам. Да, но мы с дочкой собрались гулять. Ничего. Я долго не задержу. А в чем, собственно, дело? А дело, собственно, в том, что у нас с Александром Ивановичем складываются очень хорошие отношения. И не только профессионально. Поздравляю. От меня вы что хотите? Благословения? У нас с Сашей одинаковая профессия. Похоже, увлечение, вкус. Нам интересно вместе проводить время. Я заметила. Саша благородный и порядочный человек. А вы этим бессовестно пользуетесь. Да что вы. Именно. Саше просто стало жалко ребенка, которого вы ему подкинули. Как котенка. И вас он просто пожалел. Вы сели ему на шею. Саша занимается ребенком. Саша зарабатывает деньги, чтобы вас прокормить. Он даже стал репетитором у болвана-девятиклассника. А еще, оказывается, Саша бегает по магазинам в поисках каких-то зеленых слонов. Поймите, Саша гениальный ученый. Ему нужно докторскую заканчивать. Он все забросил. Ему некогда. Да вам же, впрочем, наплевать. Тихо, тихо, моя маленькая, тихо. Подождите. Во-первых, мы не мешаем ему писать диссертацию. Во-вторых, это я купила зеленого слона. А в-третьих, Саша любит Верочку. Это у него фантомные боли. После смерти жены и ребенка. Это скоро пройдет. И тогда он поймет, что вы совершенно чужие люди. А если еще у него появится ребенок от любимой женщины, которая его понимает, заботится о его карьере и не использует в своих целях? Уходите. Это вы должны уйти. И не мешать Саше. Девочки мои дорогие, какие вы умницы, что пришли. Извините, что побеспокоила. Что значит побеспокоила? Вы всегда у нас желанные гости. Да, малышка? Это все дед твой создавал. Наталья, чай, кофе? Нет, нет, мы на минутку. Мне работа нужна. Работа? Да. Любая. Вахтерша, санитарка. И лучше в ночные смены. Надо, конечно. А муж твой что? Муж, он диссертацию пишет, докторскую, и денег катастрофически не хватает. Ну, так все диссертации пишут, подрабатывают, где кто может, чтобы семью кормить. Нет, я так не хочу и не могу.
Я должна сама зарабатывать. Гордая. Вся в деда твоего. Петр Федорович, вы меня возьмете на работу? Минутку. У меня тут одна девица. Все просится отстроить ей график без ночных смен. У меня тоже маленький ребенок. Пойдешь медсестрой на ночные смены? Конечно. Конечно, спасибо большое. Когда приступать? Ну, давай с понедельника. Хорошо. Что? Вы мне небольшой аванс не дадите? Ну, хорошо, я распоряжусь. И еще... А можно я Верочку с собой брать буду? Но она спокойно спит, мешать не будет. Ай, что-то ты открытый темнеешь. Ладно, ладно, гордые вы мои. Иди в отдел кадров и бухгалтерию, я позвоню. И еще запомни. Наталье Корсуновой здесь всегда рады. Поняла? Спасибо. Здравствуйте. Да, это я. Ира, ради бога, простите, но вы не могли бы одолжить мне денег? Мне необходимо снять квартиру. Нет, это вопрос решенный. Устроит. А это реально? Да, запомнила. Ира, спасибо вам огромное. Спасибо, Ир. Дим, привет. У тебя же есть машина. Помоги мне, пожалуйста. Мне нужно сегодня переехать за город. На дачу. Хорошо устроит. Да. Жду тебя. Что ей нужно от тебя? Ты о ком? О ней. Я все слышала. Что нужно этой дряни Корзуновой? Как же ты меня задолбала. Подожди, ты... Никогда не будешь с ней, понятно? Никогда! Чтобы к вечеру ни одной твоей шмотки в моей квартире не было. Да? Александр Иванович, все хорошо? Я договорилась? Карев сказал, раз вы просите, он приедет. Ну, отлично. Ну, получается, у нас есть повод? И вы обещали. Что я обещал? Вы обещали приехать в гости. Я испекла потрясающий пирог с брынзой. И у меня есть красное французское вино. Отметим? О... Отказ не принимается. Ну, Руф, раз обещал. Тогда жду.
Я помогу тебе устроиться. Мужские руки явно пригодятся. Спасибо, я сама. Дим, ты поезжай, поздно уже. Татка, а я думал уже все. А встретились. Не могу я без тебя. Дим, давай без этих вот сериальных страстей, хорошо? Мы с тобой просто хорошие знакомые. И я тебе не давала ни малейшего повода думать как-то иначе. Подожди, давай поговорим. Дим, я тебе очень благодарна за помощь, но на этом все. Уезжай, я буду кормить дочку. Господи, ну оставьте же вы меня все в покое. Мне никто не нужен, никто, кроме моей дочки. Тихо, тихо. Ну, как мой пирог? Очень вкусно. А вино? Тоже классное. Еще пирога? Нет, нет, Танюш, спасибо. А у меня есть еще один сюрприз. Кулинарно. Я сейчас. Александр Иванович, требуется грубая мужская сила. Какая? У меня готова утка с яблоками. Помогите извлечь из духовки. Танюш, ты меня прости ради бога, мне домой очень нужно. Давай утку в следующий раз, хорошо? Спасибо, все было замечательно. До свидания. Thank you.
Здравствуйте, это Ирина? Меня зовут Александр Мальцев. Предлагала их отвезти. Но тогда ты сказала, мне не нужно, есть кому помочь. Саш, вы не волнуйтесь. Они, наверное, просто спят. Да я столько раз набирал, что невозможно было не проснуться. Если, конечно, есть желание отвечать. Наташа. Ты, ты тварь, ты сволочь! Ты никогда не будешь где-то слышать! С тобой все в порядке? Да. А почему ты трубку не берешь? Мы с Верочкой спать легли, я звук отключила. Прости. Хорошо. Поехали домой. Я дура, да? Никогда больше так не делай. Ладно?
Саша, а как? Тебе удалось ту мою машину выручить? Не скажу. Могут быть у мужчин свои тайны. А, Верунь? Там, где в неведомой дали, в тумане след твой влажным шелком, найду и упрошу, плыви, и мне дракон смахну осколки. Обид, осколки, страх, обман, пусть превратятся просто в волны. И срезав клочья океан, и поглоти мой крик безмолвный. Но все.